Здравствуйте, друзья. Понедельник, у нас праздник, там Labor Day. Такой тип первомая такого американского. Значит, день нерабочий, жара такая, что страшное дело. Обещают еще так дня 3-4 вот это продлится. Вот сейчас у меня на часах там где-то, не вижу, там 3... Ау! 4.40. Машина нагрелась, руль горячий. Значит, 4.40 на улице стояла. Я еду в офис, потому что подъезжают ребята из Сакраменто. А их там большая семья. 4 номера социального страхования. Вот вместо того, чтобы конверт мне послать, так они вот сами едут. Ну, в конце концов, наверное, им хотелось подъехать. Вот я съеду с ними встречаться. И... Знаете, вот на улицу выходишь, если вы были когда-нибудь в сухой парилочке, да, вот вы знаете, что это такое. И еще, знаете, от земли идет такое ощущение физическое, например, когда вы попадаете в Лас-Вегас. Вот там в Лас-Вегасе вот так, там жарко. И даже если вы там в 2 часа ночи выйдете на улицу, а там круглые сутки это все, круговерть идет. Вот в 2 часа выйдете на улицу, и вот от асфальта, вроде уже и солнца-то нет, и ничего там не жарит, не шпарит, а вот от асфальта, от земли, от грунта, от этих там, ну, что там на земле, вот, идет этот жар. Вот и у нас сейчас такой. Что-то я даже не припомню, когда последний раз такое было. Ну, то есть, ну, бывает, да, я не хочу сказать, что не бывает жарко, но сейчас просто очень. Ну, что сказать... Даже не знаю. Я надеюсь, что мне удастся поснимать наших героев. Я тогда их, может быть, включу прямо вот в этот сюжет, подмонтирую. Но, знаете, часто бывает, люди не очень хотят показываться. Я что могу сказать? Значит, да, нет. Если там захотят и запишутся минут, там, не знаю, 15, тогда сделаю отдельный сюжет. В общем, как-то вот так. Еще я, наконец, получил по почте... Ну, не знаю, хочется назвать дискеткой. Ну, вот понятно, да, это такой, значит, вот этот диск, это чип такой с памятью для камеры Sony ZV-1, которую мне подарил Руслан Хусняров. А он говорит, это тебе, чтобы стримы вести из офиса. Ну, это так, не то, чтобы вот на улице ходить, а для стримов. Для стримов нормально. Там, в общем, разрешение хорошее, и, там, и с хорошим разрешением там 30 кадров в секунду, это нормально для штативной съемки, нормально. Так, если по улице ходить, маловато. В общем, вот все никак я не мог эту камеру освоить, потому что сначала надо было там переходничок, чтобы сделать его веб-камерой, потом нужно было там не помню чего еще, и потом, когда я уже сел ее настраивать, говорят, а вот чипа нет. Ой, мать честная, я говорю, ладно, заказал неделю получал чип, можете себе представить. Ну, в общем, такие вот дела. Завтра у меня класс начинается в 6 часов вечера. И тут такая жарища, уже в голову ничего не лезет. А мы уже там 3 дня на даче. И знаете, забываешь вообще, что там происходит. Все остальное. Не, ну так. В целом канва есть, конечно. Сейчас будем подстраиваться. Но действительно, из дома нос не высунешь. Даже вот мы сейчас думаем вечером пойти погулять с собакой. Но обычно мы ходим, ну, там, в 7 часов. Ну, в 7:30. Знаете, когда еще, чтобы все-таки было не так темно, но уже не было так жарко. А сейчас, например, я вообще не понимаю, когда будет не так жарко, чтобы можно было с собакой погулять. Вот сейчас я говорю 4.40. Вы, может быть, видите, у меня на лбу испарина там. Вот прям я чувствую, скоро потечет. Вот, так что я в машине. Ну, правда, машина стояла на улице, может, там она подогрелась малька. Ой, такие дела. Безусловно, климат меняется в сторону потепления. А поскольку у нас холодно точно не было, знаете, это не Финляндия, где там не такое уже и снежное лето, да, там. Вот, вот, может быть, в Финляндии бы неплохо, чтобы потеплело. А нам-то чего? Но у нас, кстати, еще не так плохо, потому что есть места в стране, где идут проливные дожди. И там затапливает. Причем мест таких много. И это не такие места, где всегда идут дожди проливные, а такие вот как бы не обязательно, но все равно дожди идут. Ну, сами понимаете, температура, значит, повышается, с поверхности Мирового океана испаряется больше воды, ей же надо где-то выплеснуться.
Ну, конечно, в основном там над океаном и выплескивает. Ну, поскольку ветры несут. Да, говорят, что если на Калифорнию понесется, то затопит то, что называется Central Valley. Тут у нас есть. Это, наверное, там 2/3 американских продуктов питания там производится в этой Central Valley. Вот. И даже вот камера. Я боюсь, сейчас отключится, на солнце перегреется. Но вот эта резиновая пришлепка, на которой она у меня держится, она так как-то подотклеивается. Тоже горячая. Я вот сейчас рукой ее специально для вас придержу, чтобы камера не болталась. Жуть. Понимаете? Жуть. Ну, хорошо, я, в общем-то, можно сказать, приехал. За это время камера отключиться не отключилась. Уже большое достижение. Все, друзья, я, можно сказать, такой тревожный репортаж из пекла. Из пекла. Вот. Все, заезжаем во двор. Где-нибудь надо встать, чтобы в тенечек. Сейчас я найду тенечек, да. Есть тут тенечек, встану сейчас. Все, друзья, счастливо.